Там подожди, уже все. Уже все. Уже все. Уже все. Сейчас, да. Сейчас все, еще подтянут. По паре человек подтянут. Да. 3-5 дотянут. Сейчас меня подтянут. У нас колеса. Вот этих вот двоих буду из десятки не выпускать. Все, хватит, хватит. Остановите. Я прям хочу посмотреть, как это со стороны будет. Такие тянут, знаешь, как прям это, на поезде едут, прям в этот самолет поезд заезжают такие. Тут же маленький подальше поколотут права. Да. Воу! Я понял, чтобы не про... Я пропустил для меня. Чтобы я тебе неожиданно. Да. Олег, а кого Сукант проиграл? Сучи какой-то. Сукант? Мазуров? А это кого выиграл в финале? Таруна. Таруна. Но он также, точно так же, как меня вынес под 8. Yeah. О! Конечно. Он просто вытягивает. С центра просто. Сразу видно, что человек. Ну, этот мэр на работе не бывает. Ах ты думаешь, почему в Индии такая жопа? Все, мазурчик устал. Там процент небольшой тех, кто. Кто как разорвет, тому то и достанется, да? Ладно, ты этот богатый. Там, да, кастовая система. Кастовая. Кастовая. Все, после тебя медаль-то дали? Медаль-то дали? Все? Так это он этот самый мэр, да? Да. А что мне Юра Степанов сказал, что мэр не приехал в Индию? Кто сказал? Юра Степанов. Я говорю, Сухасов, говорит, это не он. Это он. Понятно. Как он эти ножки выходит? Да вообще же... Как цирки, да? Да. Такое ощущение, что она все поломается. Я давно подвернул бы. Юрий, здравствуйте. Сегодня квалифицированный автотранспорт. Браво. С богатым опытом, компетентностью во всех мелочах. Где робот отключаем. Я прям отписываюсь. Где вам вообще бесплатно? Еще раз, на коляске. Повторяю, скажи. Я и фотку, да. Я и фотку прикрою. Нет, нет, алярм, алярм. Я фотку прикрою. Повторяю. Давай, давай. Я май. Вперед. Что, коляска? Да. О, Эдика отправляет. Стоп. Блин. Чисто прошел. Да. Над сеточкой прям. Сеточкой? Я ночью прям. Посмотрю. Лизнул прям. Эдюшка. Это ты мне прям. Вот как он не ломается. Если он еще отбился. Догадь мне это. А может Ксюха? Что Кристина? Фотографию Эда писал. Что за поиски? Ну явно не я ее. Линию подчеркиваю. Каждый раз ты делаешь, когда выходишь по шее. Сокращай эту линию? Не, он этот. Сатанические эти крышки там. Ого. Что будет? Коля. Команда, да!
А, больше не отвечает по ставке на подставку. Ебай, ебай! Сухас, это имя или фамилия? Это отчество. Я не спрашиваю. Я это даже не спрашиваю. Там вообще... Черт, ну... Ой, ты как он убивает. Имя, имя. Ох, ты как он его разводит. Каланчу, а имя я спросил. Каланчу разбил такую. А уходить с корта нельзя. А он вылетел. Прошел к судье, взял новый валан. Тут прям полгода. Блин, там Виктор Виктур играет. Чтобы забивать, не нужно сильно бить. Стоило усираться. Алекс не играет. Так мощнейший смысл, говорю, как будет. Так вот именно ждешь. Ждешь. А тут. Да, не надо бы плоскотня. Да-да-да, в животик его, в животик. Да-да. Вот на то, что бубен... ниже. Да, бубенцы ему. А ты ему голову стреляй, он не... Бам! Давай! На самом деле четверки смотреть, ну по крайней мере на этом турнире намного интереснее. Ты знаешь, как карате, чем меньше возраст, тем больше крови. Я тебе реально говорю. Чем меньше возраст, тем больше крови. У мелких там просто хранишь на тоталью постоянно. Там со швабрами вот так и кухонные. Стоят просто там, может быть, 2-3 удара за все. И по очкам кто-то выиграл. Все. А я тому, что страшно раскрываться. Конечно, там уже крови не будет. Там уже перелом сразу. Переносится в мозг, переносится. А это тотал. Так мозгов еще мало. Это тотал все. Будет как в мультике про это. Про инвалидов? Зубы вылетают. Пластилиновый продвинул боксеров советский. Да, кирпич такой, да, вот там, блин. Такая скорая приезжает с пластилином. Тык-тык-тык-тык, залетел, нормально пошел. Видел такой? Это скин охеренный. Это автор, кстати, мультик начал. Ну это он. Я его смотрю, как он чуть для взрослых. Я помню, что тайцы, может, Динер, он писал свое имя, Чаварад. А где фотографировал? Он здесь сидит за ним. Я тут как-то посмотрел недавно. Просто большой космический путешествие. У Серепонга имя-то знаешь какое? Серепонг. 74-й год, что ли? Да, Серепонг. Да, имя. А Темарун – это фамилия. Да просто прикольно. Нет, другая правка. Ты что, за индуса? Я против индуса. А, да? Я! Он не просто обыграл. Как он его так интересно? Не двигалось у него.
пока что мы стали. Не мощь. Поле, поле. А поле было. Но главное крикнуть, yes. Нет, вот именно он вообще нечестный. Ну, то есть он будет... Прям... Так это, не надо жить как-то, выживать. Их там тоже много. Сериал. А мне поле показалось. Ну, дяденька, ну покажи ау, да там дяденька, покажи ау. Нет, не покажи. Иду, слушай, если ничего надо выключить, я не выключу. На стволах поел и выключил. Причем непременно на белых слонах, ё-моё. На белых слонах с богатыми украшениями. Мы тебе подарим часть слона? Да. Там чебрец. Чебрец. Юса чебрецам. Чебрец тебе будет, да? Чебрец. Он даже не, он без отдышки. Чебрец тебя понюхал. Ну что там, листья коки, что ли? А французика, да, уже. Или дышит. Как только начало вроде. Мне кажется, он что-то жрет. Да не может так обычный человек. 34, ну сколько? 84-й год. 34 года? Не может так. Ну и 35. Не может здоровый человек. 34 года так делать. Когда на той стороне 23-летний год? Может. Возьми Ульянина. Возьми Бьёрндалена. И офигеешь от его способности бегать. Бьёрндален уже не бегает. Он уже гуляет. Бьёрндален уже не бегает. Он уже там сотрится. С Домбричем он только бегает. Ну, бегать-то бегать. С Домбричем. Ему не надо в поле попадать. Он и сейчас пробежит. А, у них стрельба там. Да, он это гонит его. Ау, да, блин. Ты БВФ гонит каждый раз? Они в каждой стране или их каждый раз переводят? В прошлом году их не было. А? В прошлом году их не было. На пост. Там Гюнтер сидит, спит. Так он в прошлый раз вчера здесь не был, помешал. Он замучился, походу. По-моему, на месте стоит не может, он падает. Он бегает. Вот.
вау. Вот вау. Там такой. Трин коридора. Сейчас приедет. Ему горчичный. Плечика. На белом фоне. Карандашечка. Выбить. Во, у тебя здесь золотая. Все. Так вот и позволил нас. Да? На общем ходу. Они вот это вот как раз минус того, то, что не поднимают. Могут как в миксте. У корот и побежал вперед на сетку, а это сзади. Вот это ошибка, и все, и надо так. Они братья, что ли? Все в этом слабенького прессуют. Прессуют, тупо его прессуют. Обалдеть! А блокшот такой быстрый. Как по-взрослому. Так, мальчик, идите с ним. Что надо? Thank you.
во-во, видел, что сделали? Вот. Только они сразу инициативу отдают. Что было-то?